Господин мэр, это волшебный амулет. Он защитит вас, и вы больше не станете жертвой мотылька. Спасибо, Леди Баг. Я хочу извиниться. Хорошо, что ты, как всегда, защищаешь Париж. Меня еще волнует один вопрос. Что будет с проектом «Кислород»? Ну, его еще раз оценит моя команда экспертов, но... Мы надеемся, что вы поступите правильно.